Уважаемый Николай Александрович, дорогие друзья, сегодня замечательный праздник и большой юбилей. Большой юбилей и замечательный праздник у всех нас, но в первую очередь у тех, кто ковал победу в спорте, у всех тех, кто прославлял Россию, Волгоград, Волгоградскую область, Советский Союз. И сегодня я хотел бы сказать всем слова благодарности и сказать, дорогие друзья, что если у лидера есть успех, если лидера любит удача, а Николай Александрович, я знаю, удача любит, поэтому «Динамо» всегда побеждает. Поэтому «Динамо» всегда славит нашу страну. Поэтому, дорогие друзья, еще раз с праздником, и пусть удача всегда любит лидера и «Динамо». С праздником! Сергей Анатольевич, мы просим вас наградить почетными грамотами лучших динамовцев. Почетной грамотой губернатора Волгоградской области награждаются Сергей Михайлович Опарин, главный тренер по восточным единоборствам Волгоградской областной организации общества «Динамо», заслуженный юрист Российской Федерации, почетный динамовец. Награждается Татьяна Леонидовна Ромейко, технический директор общественной организации «Волгоградский областной гандбольный клуб «Динамо», отличник народного просвещения, отличник физической культуры и спорта. Почетной грамотой награждается Виктор Петрович Цап, старший тренер-преподаватель отделения тенниса Волгоградской областной организации общества «Динамо», отличник физической культуры и спорта, кавалер нагородного знака общества «Динамо» за верность. Награждается Любовь Петровна Сидорищева, старший тренер-преподаватель команды «Динамо Спорт», общественной организации «Волгоградский гандбольный клуб «Динамо», заслуженный тренер России, почетный работник общего образования Российской Федерации. А также благодарностью губернатора Волгоградской области отмечена Ирина Викторовна Привалова, медицинская сестра Волгоградской областной организации общества «Динамо». Сергей Анатольевич, и еще буквально на несколько минут попросим вас задержаться на сцене, а пригласить, позвольте еще раз, Николая Александровича Федорика для торжественной церемонии вручения золотой медали общества «Динамо». Я думаю, губернатор впредь будет, пока еще не «Динамо», если мы примем «Динамо» торжественно обещать. Мы для начала вручаем золотую медаль общества «Динамо». Надеемся, что это золото будет не последним. Болельщиком «Динамо» я уже не являюсь. Это прям от всей души. Уважаемый Николай Александрович, уважаемый Сергей Анатольевич, я прошу вас еще буквально на минутку задержаться на сцене. Теперь я буду вручать. Для весьма-весьма приятной и важной миссии. Уважаемые друзья, накануне празднования 90-летия прекрасный подарок юбилею преподнесла женская команда по гандболу «Динамо» Волгоград. 24 апреля в городе Ростов-на-Дону в упорной борьбе за первое место с командой «Ростов-Дон» волгоградки одержали уверенную победу и вновь стали чемпионами России. Сегодня в этом зале на юбилее присутствует в полном составе динамовская женская команда по гандболу. И под аплодисменты всего зала.